Я не могу не дать слово своему другу, который первый поддержал международный грушинский интернет-конкурс из друзей бизнесменов. Это Леонид Соломонович Боярский. Выходите сюда. Творческая ассоциация «Пердуха», «Спектр недвижимости». Вы долгие годы видели, что плакат о международном грушинском интернет-конкурсе висел здесь в первом корпусе очень долго. Мы выпустили с ним диск, первый диск. Дай мне сказать, у тебя день рождения. Дорогие друзья, я возглавляю творческую ассоциацию «Пердуха». Это два слова, чтобы было понятно. Да. Эдуард много лет является членом Верховного Совета. Аплодисменты. Собственно, я начну с сонета. Все мы знаем нашего легендарного джазового музыканта, композитора Григория Анисимовича Файна. Он также входит в нашу ассоциацию, очень любит Эдика, и вот он сейчас, он еще является автором сонетов. И не так давно вышла книга «Сонеты от Григория Файна». Но буквально сегодня из-под пера Григория Анисимовича вышел сонет, который мне поручено зачитать. Эдуарду Филю, 60-летием. Прекрасный человек, поэт и бард, наш друг, пердушный Эдуард. Мы шлем тебе от нас привет и этот файновский совет. Пусть муза будет вечно рядом, стихом или сладким звукорядом. Нам души наши окропи и все тревоги усыпи. Спасибо, друг, за то, что рядом, улыбкой, шуткой, добрым взглядом. Ты радуешь нас день-деньской, и все мы счастливы с тобой. Живи и дальше так же страстно, твои старания не напрасны. Твори и вдохновляй народ, пусть будет ярким небосвод. Григорий Файн, 18 февраля 23 года. Ну, и от себя хочу добавить открытку, значит, это работа нашего самарского художника Владимира Надымова. Эдик, ну, чтобы было движение, это паровоз. Да. Чтобы свет всегда был, понимаешь. Чтобы рядом твоя очаровательная спутница также всегда-всегда была рядом. Чтобы был билет, куда бы ты ни собирался. И вот рядом еще тут касса, где дают билеты. Я с большим удивлением обнаружил, что картина так и называется. «У кассы». Чтоб касса была рядом от купечества. Спасибо, Эдик, с юбилеем. Спасибо, друзья. Вы знаете, вот я вот помню вот такой вот старый еврейский анекдот. Говорит, там, Борис Ильич, день рождения ваш. Поздравляю, желаю жить до 120 лет. А что это вы, Господа, ограничиваете? Не надо ограничивать.